І на продовження інформаційного блоку у нас актуальне інтерв'ю «Політичний оглядач». Юрій Райхель у нашій студії. Будемо говорити про політичну ситуацію у сусідній країні. Мова про Білорусь. Доброго вечора нашому гостю. Добрий вечір. А революція почалась в Білорусі чи вже закінчилась? І тільки почалась чи вже закінчилась? Скоріше всього, сложилось неустойчиве рівновесія. Неустойчиве рівновесія між протестуючими і владою. Власть не достигла своей главной цели, она не подавила протесты в первый день или в первую ночь, если хотите. Протестующие не достигли своей цели, по понятным причинам власть не собирается отступать. И власть не дальше у нее довольно ограниченные возможности только силового подавления, потому что точка возможного, ну, возможности договориться, она властью вообще не рассматривалась, и она уже пройдена окончательно, и обратного пути нет. И дальше стоит вопрос только о том, в каком направлении будут развиваться события с точки зрения того, кто победит. Уже о компромиссе речь не идет. Речь идет только о победе. То ли власть сумеет с помощью угроз, репрессий, ну, даже стрельбы, если хотите, подавить эти протесты и загнать их, как говорится, в подполье, или протестующие добьются смены власти, ухода Лукашенко в каком-то виде и полной перезагрузки существующей ситуации в стране. Если это называть революцией, то давайте, в конце концов, именно так это и происходит, происходило во многих странах. Да, мы уже помним, знаем. У нас большой опыт по этому большой поводу. Опыт, да. Поэтому, да, с точки зрения замены режима Лукашенко и вообще то, что он создал в Беларуси, можно говорить о решительном сломе, а на языке политологии это и называется революцией. Хотя можно говорить о государственном перевороте. Но вот есть такое наблюдение, что если революция или там протесты захватывают большие массы народа и распространяются на всю страну, то чаще всего это революция. Угу. Если дело ограничивается только столицей, то обычно можно говорить о государственном перевороте, широком, при участии широких народных масс, как на нашем Майдане. Но это все равно был государственный переворот, потому что смысл власти в Украине не поменялся. Поменялись персоналии. Если определение революции, да, да, слово вот именно слома объясняет. Режима, угу. В Украине ни в первом Майдане, ни во втором Майдане не произошло. Поэтому, как это ни странно звучит, когда мы слушаем московских соловьев, да, разного калибра и разного масштаба, то это действительно с точки зрения теоретической можно говорить о государственном перевороте. В Белоруссии речь идет о кардинальном сломе режима. Если добиться ухода Лукашенко, то это не смена персоналей. Ну смотрите, сейчас же протест... Его содержание, во всяком случае, выглядит так, что народ протестует против фальсификации, да, сейчас? Это уже пройденный этап. Ну, никто же не собирался менять власть революционным путем. Все мирно идут на выборы и собираются менять ее законным установленным путем, да, голосованием. Это была бы идеальная схема, но все прекрасно понимали, что этого не произойдет. И когда Лукашенко давал интервью накануне выборов Дмитрию Гордону, нашему украинскому журналисту, он недвусмысленно сказал, что просто так власть не отдаст. Вот можно там, причем это сказал несколько раз в разных местах этого довольно длинного интервью. Поэтому говорить о том, что да, сначала протестующие вышли против фальсификации. И это была последняя возможность для режима мирно урегулировать эту ситуацию. Но он на это не хотел делать, он на это не рассчитывал. Это не входило в планы Лукашенко.
И эта ситуация очень быстро переросла в сопротивление режиму. Лозунг о фальсификациях и честных выборах быстро сошел на второй план, ушел на второй план, и на первый план вышло сопротивление режиму как такового. Обратите внимание, что они кричат на улицах. Уходи! Нечестные выборы. Они уже не хотят в данный момент честных выборов. И, уходи. В общем-то, это не Тихановская, да, лидер, да, за которого там вот все горой стоят. Это, наверное, случайная, да, какая-то кандидатура? В определенной степени это случайная фигура, фигура промежуточная, фигура временная. Да, собственно говоря, так и говорилось. Угу. И она достаточно давно и ясно сказала, что если она побеждает, то через полгода назначаются новые выборы на демократической основе. Возвращается Конституция 1994 года. Почему она возвращается? Потому что там власть президента была сильно ограничена. Там была президентско-парламентская республика в Беларуси до 1994 года. И вот возвращение к этой Конституции и проведение честных выборов, ну как? С нормальной конкуренцией. Нормальной конкуренцией, освобождение политзаключенных, принимают участие все, кто, как говорится, выполнят нормы закона, то она стала фактически символом этого сопротивления. Угу. Но сейчас не за Тихановскую люди идут на баррикады, а баррикады уже есть в Минске. А против Лукашенко. А против Лукашенко. Как обычно, всегда. Да, это революция. Это революция, это сло идут против режима. Уже кажется, что в наших странах, вот в постсоветских странах, невозможно голосовать за кого-то, всегда идет голосование против. Вот в первую очередь против. Потому что нет демократической системы. Вот если брать страны СНГ, вот в сегодняшнем виде, то более-менее возможно в виде выборов сменить власть в двух странах – Украина и Молдова. Нет, Прибалтика не СНГ. Они ушли в Европу, там, как говорится, поезд ушел, и очень даже задних огоньков не видно. А вот если говорить о странах постсоветских, которые были в СНГ, и кто сейчас есть, то более-менее демократическим процессом можно сменить власть в Украине. Последние выборы это показали, и в Молдове, где это тоже неоднократно происходило. Если мы говорим о других странах, начиная от Белоруссии, кончая там Киргизией, странами Центральной Азии, в какой-то мере Армения, в какой-то мере Армения. Но и то Армении революция фактически, или там государственный переворот, он прошел просто относительно мирно. И без там, больших жертв. Но добровольно в результате выборов власть не сменилась. Она сменилась под давлением народных масс и тех политических структур, которые возглавили в тот момент этот процесс в Армении. Послушайте, а почему вот в Беларуси не происходили эти процессы на прошлых выборах? Ну хорошо, сейчас 26, было 21 год у власти до этого, да? Это кардинально не меняет ситуацию. Это все равно очень долгий срок, это сигнал, это диагноз уже где-то, да? Почему подошло сейчас? Вот прошлые выборы ведь не было такого. Это какой, 2015, да, год получается, прошлые да, выборы? Да, прошлые, ну, уже в 2010-м были волнения. Просто они тогда не охватили всю страну. Они были в Минске. И на пике этих волнений вышло 20 тысяч человек. И власти тогда удалось локализовать эти волнения и подавить их силы. Почему так произошло? Здесь очень много компонентов, но мы определим два. Первое. Это относительная экономическая стабильность. Возможность эксплуатации, даже в психологическом смысле, постсоветского такого наследия, которое пытался и в значительной мере сохранил Лукашенко, и тем самым дал возможность выходу вот таких вот мифов постсоветской, ностальгии постсоветской. Второе – это экономическое содержание за счет России, что давало возможность поддерживать
уровень жизни в Беларуси примерно на уровне российского, ну, чуть ниже. И третье – это отсутствие исторической памяти майданов в Белоруссии. Ну, так получилось. Не было казачества. Угу. Вот говорят братья, но ведь очень разные же братья, ну, да? Как говорится, у кого голубые глаза, у кого темные. Да. В Белоруссии не было исторической памяти, она не имела вот такого вот опыта широких народных движений. И третье, она поздно сложилась, стала формироваться как нация. В отличие от украинская элита, которая во второй половине 19 века, по примеру чешских будителей, Чехия переживала то же самое, только в начале 19 века, стала поднимать вопрос национальной самоидентификации украинцев, то в Беларуси этот процесс начался фактически после Октябрьского переворота. Вы имеете в виду сам процесс государственности, он менее развит, чем, например, в Украине? Не было. Вот если в Украине со времен Богдана Хмельницкого был... Времена Богдана Хмельницкого было казачье протогосударство, определенные государственные структуры создавались и так далее. Это не получилось полноценное государство, так исторически сложилось, то в Беларуси этого не было. И в 19 году это было действительно искусственное образование, которое создали большевики исключительно из интересов своих взаимоотношений с Польшей и странами Антанты. И вот этот вот подъем белорусского национализма пришелся на во времена Второй мировой войны, оккупации, когда его в определенной степени подхлестнула немецкая оккупационная администрация. Вот этого всего, вот этот весь комплекс причин определил слабость белорусской прозападной оппозиции. И вот в этих на сегодняшних протестах, ведь прозападной оппозиции нет, она не может возглавить эти протесты. Она не пользуется никаким или практически никаким политическим авторитетом. А процесс, который происходит сейчас, он действительно искренний народный процесс? Или это то, что то, о чем сказал Лукашенко, это вот кукловоды, там какие-то руководители, западные страны, в том числе там якобы Украина звучала где-то в последних рядах? Вы знаете, это старая болезнь всех авторитарных правителей. Потому что... Опциями руководят. Да, потому что вот этот вот иностранный след... Еще был во времена Французской революции. По Парижу ходили слухи, что все эти революционные события – это шпионы Питта, тогдашнего британского премьер-министра. Это немецкие деньги там, в февральской революции, Октябрьском перевороте, внешний след в китайской Синьхайской революции 1911 года и так далее, и так далее. Нет, ну есть след, а есть организация, нет, да, непосредственно. Нет, таких организаций не было, нет и не будет, потому что невозможен экспорт революции. История показывает, что экспортировать революцию из одной страны в другую, даже вот французские революционеры в конце 18 века пытались экспортировать революцию в соседние страны, и ничего не получилось. Нужно учитывать национальные особенности. Ну, потому что если у вас нет внутренних причин для смены режима, конечно, для основы революции, то никакое внешнее воздействие, никакие деньги, никакие засланные казачки, политтехнологи и все остальное, о чем там пишет российская пресса, ничего не поможет. А вот что может помочь, когда у вас есть причины, основы и организация, то из-за границы могут помочь, допустим, деньгами. Как Ленину помог немецкий генеральный штаб. Как Япония пыталась помочь русским революционерам в 1905 году. Ну и так далее, и так далее. Но революция 1905 года не была инспирирована из Японии. Это было внутрироссийское движение,
Точно так же и сейчас в Беларуси. Да, какую-то помощь может быть какие-то западные организации. И, соответственно, для Лукашенко из Москвы и Пекина оказывает. Это обычная история. Но это не движущая сила революции, это попутчики. Хорошо, а не выглядит это так, как конфликт поколений? Очень многие представители старшего поколения, ну, выступают, скажем так, за ту стабильность, которая сегодня существует в Беларуси, да, и, в общем-то, не нужно нам вот той вот нестабильности, которая там сегодня у вас в Украине, говорят многие. И то, что показывают сегодня по телевидению, все-таки участники этих протестов, ну, преимущественно люди молодые. Революцию всегда делают молодые. Это не выглядит как вот изменения, да, хотят молодые, а старшее поколение, ну, где-то, в общем-то, и устраивает. Так было, всё. Есть и будет. Так было с французскими революционерами в конце 18 века. Такие молодые люди, относительно молодые люди, писали Декларацию независимости Соединенных Штатов и шли во главе американской революции. И так было во всех революциях. Ну, конечно, не только молодые, но движущей силой и тем, ну, пассионарным меньшинством, которое всегда делает революцию во всех странах, конечно, это обычно молодые люди. А потом возглавляют этот процесс люди более старших возрастов. Это тоже проверенная история. Иногда ситуативно возглавляют. Да? Иногда ситуативно, иногда приводит к тому... Потому что просто бунт. Вот сейчас на улицах Минска и других городов это просто бунт. Просто бунт. Это, и смотрите, вот сегодня же уже появилась информация о том, что оппозиционная кандидат Тихановская, она покинула уже территорию страны. Опять-таки очень многие говорят, ну где же лидер? Лидер не может отсутствовать, да, во время таких событий. Мы все понимаем, что есть предпосылки, что нужно сохранить жизнь, что, наверное, там очень серьезно угрожают. Может быть, все гораздо проще. В условиях конкретных белорусских условий уехала. Невозможно создать центр управления этими протестами. Современные технологии связи позволяют это делать из-за рубежа. Например, из Литвы, там от Минска до литовской границы, считай, ничего. Ну, подчеркивает о том, что она вот в безопасности. Несколько раз сегодня говорилось о том, и там вот литовские премьеры, или кто сообщил, да, о том, да, что она в безопасности. Да, министр иностранных дел, да. Это, возможно, и уход, чтобы сохранить свою жизнь, а возможно, что это способ создания... института, такого институализации управления протестами, политической институализации, это такой способ из-за границы, потому что раньше это было невозможно, а сейчас это возможно вполне, потому что сейчас это революция телеграм-каналов. Вот наш Майдан 2014 года, это была революция интернета и Фейсбука. Революция арабской весны – это была тоже революция Фейсбука. А вот революция в Беларуси – это революция телеграм-каналов. А местные выборы в Украине пройдут каким знаком? Местные выборы в Украине не пройдут обычно, потому что у нас обычный демократический процесс. Мне кажется, уже за рамки Фейсбука это тоже выйдет. Вернее, уйдет из Фейсбука. Ну, уйдет из Фейсбука, потому что чисто технологически телеграм-каналы более удобны. Чисто технически. Там просто все читается уже, да, слишком явно. Это вопрос технологии. Вопрос технологии и техники. А смысл совершенно понятен. Поэтому я бы сейчас поостерегся делать прогнозы, почему Тихановская оказалась в Литве. Возможно, она эмигрировала по понятным причинам, чтобы защитить свою жизнь, спасти свою жизнь. А возможно, это определенный технологический ход, потому что так или иначе протесты нужно возглавить. Иначе это бунт, беспощадный и бесцельный. И тогда он закончится ничем. Скорее всего, сейчас... Ну вот о прогнозах. Давайте подойдем к прогнозам. Сейчас, видимо, будет происходить процесс выдвижения лидеров, процесс консолидации.
и процесс определения целей и задач ближних, дальних. И самое главное, нужны организационные структуры, которые бы управляли процессом. Я просто приведу наш Майдан. Угу. С чего начался Майдан? Сначала была создана логистика снабжения продовольствия. Ну, вы считаете, что все-таки придет к тому, что там будет какая-то длительная революционная ситуация? Если не так, то тогда надо просто расходиться по домам. Не сядет за стол переговоров? Нет, переговоры уже исключены. Ну, предлагали, оппозиция предлагала в первую ночь, да, наверное, это действительно уже утеряно. Нет, есть вариант переговоров. О полной и безоговорочной. Да, вот да, и все. Вот об этом могут идти переговоры. О полной и безоговорочной. Все другие возможности любых других переговоров исчерпаны. Внешнее воздействие сейчас не решит вопрос. Сейчас же вот тоже такое время. Поздравлять, не поздравлять, признавать, не признавать. Да? Вот сейчас все следят, а кто что сказал? Что сказала Америка? Путин поздравил. Да? Вот Америка, там ЕС осудили. Штаты тоже там осудили. Ну, осуждают не кандидата, осуждают сам процесс. Да, якобы он прошел недемократично. Но цифру-то нарисовали нереальную. Зачем они такую цифру нарисовали? Там 80%? Ну, это очень много. С точки зрения Лукашенко это было бы очень опасно. Потому что если сказать, что я набрал 60%, то тогда остальные набрала Тихановская. Ну это хотя бы как-то более логично выглядело тогда бы. 80-10. Тогда его победа с его психологической точки зрения не выглядит убедительной. Тогда это победа Януковича в 2004 году, когда между ним и Ющенко была разница там в 6%. Да, маленький разрыв. Это сразу породило Майдан, потому что этому никто не поверил. Тут стреляют наверняка уже, да, и потом уже на поражение. Генералы готовятся к прошедшим войнам, политики к прошедшим выборам. Это тоже давно известный результат исторического развития. Ну что, нам остается только наблюдать, да, потому что я не знаю, вот как вы, у меня нет прогнозов. Все может непредсказуемо, сценария мы не знаем, безусловно, он, возможно, есть. Нам очень важно одно обстоятельство, чтобы Беларусь осталась независимым государством, чтобы там не появились российские войска, и чтобы наша граница с Россией, которые и так 2200 километров, из которых 400 неконтролируемых, не увеличилось на 1080. Причем, обратите внимание, что, если посмотреть на карту, что граница с Белоруссией очень близко расположена от ряда важнейших украинских городов. Вот нам нужно только это. Белоруссия будет независимым государством и нашим добрым соседом. Ну, как говорится, будем жить с тем режимом, который там установится. Мы на это влиять не в состоянии. Спасибо вам за ваш комментарий, очень такой обширный. Спасибо за участие. И вам спасибо. Я нагадаю нашим глядачам, говорили сьогодні про політичну ситуацію, яка склалася у Білорусі у зв'язку з президентськими виборами. Політичний оглядач Юрій Райхель був у нас в студії. Я дякую вам за увагу. Залишайтеся на 9-му каналі. До побачення.